Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи любимый стример сына подруги твоей мамы, отец Евген. Это я, если еще. Сегодняшнее видео я записываю спонтанно. Я его снимать не планировал. Но сложившаяся ситуация требует моего экстренного включения. Дело в том, что сегодня, а если ты смотришь это видео завтра, то это было вчера. То есть завтрашний день у тебя это сегодня, а произошло все это вчера. Ну ты понял, блять. Короче, 4 сентября 2020 года уважаемые разработчики моей любимой мобильной игры Free Fire Garena объебались. Нихуя себе. Для тех, кто помладше, лоханулись они. Примерно с 4 часов утра до 11 любой желающий, даже ты, мог зайти в игрушку и нафармить себе любое количество алмазов. А что, так можно было, что ли? Хочешь 50 косарей? Бери. Хочешь 100? Не вопрос. Хочешь 200? Пожалуйста. Берите, распишитесь. Мне в личку написало с десяток игроков, которые удачно зашли в игру и воспользовались моментом. Каждый из них кидал скрины и кричал: «Смотри, Евген, сколько алмазов я выбил! Вау, 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 вау!» А я такой сижу: «Ну нихуя себе! Почему я вечно проебываю такие моменты?» Но не все так просто, друзья. Вероятнее всего, разработчики заминусят все выбитые алмазы у всех игроков. Либо, если алмазы они уже потратили, все, что они купили в этот промежуток времени, спишется с их аккаунтов. Либо спишутся непотраченные алмазы, а вещи останутся. Я не знаю, но все может быть. Либо и вовсе аккаунты забанят. Ужас! Я в ахуе. Да, такой вариант возможен, и я считаю, что это неправильно. Почему вы блокируете игроков за свои собственные ошибки? Не надо так. Условно говоря, человек зашел в игру и увидел новое событие — опытный взломщик. Ебать, какое звучное название. Опытный взломщик. Настолько опытный, что взломал Гарену и нафармил сотни тысяч алмазов всем. Взломал, блять, игру. Совпадение? Не думаю. Человек увидел, зашел, решил выбить новый пиздатый скин. Выбил. И вдобавок еще получил 100 тысяч алмазов. А почему нет? Он ведь читы никакие не использовал, правильно? Насколько я понял, на месте выбитых алмазов должны были быть сканеры. Но что-то пошло не так, и игровой алгоритм просто сломался. Вместо сканеров людям выпадали по 1000 алмазов. Как будет развиваться ситуация прямо сейчас или в ближайшем будущем, лично я сказать не могу. Я могу лишь догадываться. Думаю, что часть аккаунтов будет забанена. Особенно те, которые выбили по 200, 300, 500 тысяч. А кто-то вообще и лям себе зафармил. Такие аккаунты, я думаю, будут забанены. Так как алгоритм Free Fire, скорее всего, подумает, что это банальная накрутка или использование каких-нибудь читов. И кстати, как только данный баг был обнаружен, посидевшие от страха разработчики закрыли событие. На данный момент событие вновь открыто, и давайте прямо сейчас проверим, все ли там нормально. Попробуем выбить главный скин — опытный взломщик. Ну и может быть столько алмазов получится собрать. Давайте попробуем. Вот такой вот у нас, значит, главный скинок в виде макаки. Охрененный. Мне кажется, один из самых крутых скинов на данный момент. У меня сейчас есть почти 1700 алмазов. Давайте попробуем. Одна попытка стоит 30 алмазов, 10 попыток 270 и одна особая попытка 60. Давайте сначала с простеньких. Крутись, крутись, крутись. Поздравляем, вы выбили лутбокс. Давай пропустим анимацию. И сразу же, я думаю, будем ебашить по 10 попыток. Ну, чтобы не тянуть кота за яйца, как говорится. Алмазный купон, еще один купон, скан. Вот видите, сейчас у меня сканеры, а в 4 утра у людей вместо сканеров было по 1000 алмазов. Так, особая попытка. Пробуем. 300 алмазов уже слил. Сканер. Так, еще 10 попыток. Сканер, сканер, каратель. Сканер. Да вы что, прикалываетесь, Гарена? 872 алмаза остается. Еще раз. Да вы чё? Камон, 1100 алмазов уже просто у меня забрали. A few moments later. Хуй тебе! О, такой! 1700 алмазов, блядь, просто... Пум! Нету! Их просто нету, все. Давай по 30. Видимо, разработчики подкрутили прям нормально. И сейчас просто отыгрываются на честных людях, типа меня. 300 с последней 30-ки, ну это ж, блядь, Гарена, объясните, как это работает. Мне кажется, вы просто, блядь, видите, что у меня остались последние алмазы, я нажал, и он мне выпал. Подкрутили вы сейчас знатно все, блядь, я не поверю, что такие совпадения бывают. Пока все, сука, у меня алмазы не выжили, не дали мне этот главный чертов скин макаки, блядь. Или шимпанзе, кто-то вообще такая. А, надеюсь, ты стоишь того. Давайте посмотрим, как он выглядит. И сразу его надеваем. Вот такой вот набор. Но выглядит, честно, прикольно. Очень прикольно. Мне нравится именно башка. Я только из-за башки его хотел.
Не знаю почему, но мне нравятся гребаные шимпанзе. В общем, что я хочу сказать этим видеороликом. Гарена... красавчики. Сначала вы дали всем желающим по сотне тысяч алмазов. Кому-то 50, кому-то 100, кому-то 200, а кто-то и вовсе лям забрал. А теперь, после того, как вы все подкрутили, вы очень грамотно из честных людей, типа меня, отца Евгена, выжимаете все его алмазы. Я задонатил почти 2000 алмазов, вы видели все сами. И с последней попытки, с последних 30 алмазов, я выбил главный скин. Совпадение? Конечно, нет. Это просто гребаный алгоритм Гарены. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, выбили вы этот новый скин сами или нет, и вообще в целом про данный баг. Может быть, кто-то из вас успел забрать эти алмазы. Об этом тоже пишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте мне лайкусик, если данный видеоролик понравился, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны, и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. С вами был опытный взломщик, отец Евген. Увидимся. Пока-пока.